Хорошо, Алекс. Давай возьмем стриткар. Круто. Давай опробуем стриткары. Посылаю тебе координаты, поезжай туда. Посмотрю, как ты справишься. Okay,
Нет. Сюда. Пытаешься удрать от меня? Не выйдет. Ну-ка в сторону. Долго работал. Посмотрим, помнишь ли ты, как это делается. Ты понял меня. Вот условия. Наша первая цель — Коберн, затем бритва. За остальных арестованных отдельная плата. Я не буду помогать тебе со всеми из 5-10. Мне нужны только продажные копы и убийцы. Кстати, об убийцах. Бритва сядет пожизненно. Убьешь его — снова сядешь сам. Да, ты помешана на Коберне. Так и разберись сама. Слабое место Коберна — 5-10. Он купил добрую половину ФБР. Начни я обычное расследование, он легко выйдет сухим из воды. Но если я зашлю к бритве шпиона, мы сможем взять их обоих. У тебя как раз есть все, что мне нужно. Куда теперь? Я подготовила штаб-квартиру. Нам нужно безопасное место, где будет работать твоя команда. Моя команда? Твоя команда. Ключевая фигура нуждается в поддержке и прикрытии.
Заезжай сюда. Тебе здесь понравится. Придется пока довольствоваться тем, что есть. Я тут обобщила кое-какие полученные данные. Автоклуб 5-10. Этот нелегальный клуб уличных гонщиков за последние 5 лет вырос в сложную преступную организацию. Все готово. Здесь ты можешь управлять навыками и улучшать машины. Чем дальше, тем больше будет навыков. Вот коллекция. Такая будет у каждого дилера и мастера. Это управление машинами и классами. А еще это быстрый доступ ко всем дилерам и мастерским. В мастерской штаба можно установить купленные детали, а также детали, полученные за выполнение заданий. Устанавливай самые лучшие детали для повышения качества и уровня машины. Можно перекрасить тачку, добавить наклейки.